Аншам тут, братья, сейчас обзор мультиплеера Homefront. На саму игру я, конечно, делал давно обзор, и все знаете мое мнение, я сделал прогноз, и как всегда он сбился, так сказать. Что это такое говно, что пиздец, Homefront обычный. Вот. И, собственно, мультиплеер, как бы, понятно, почему не настолько еще и низкие оценки, то этого говна. Блять, ну сука, а. Потому что мультиплеер, как ни странно, нормальный получился. Я вообще сам охуел, да, поиграл. Я бы никогда не поиграл, да, если бы только он в онлайве не появился бесплатный. Сука, вот. Короче, это не просто клон какой-нибудь Battlefield'а, блять, или Call of Duty, потому что даже тот же клон Battlefield'а сложно как бы сделать. Так сказать, сложнее всего сделать клон Battlefield'а. И проще всего Counter-Strike, ебаного этого, блять, не Counter-Strike, а, блять, Call of Duty на этой. Вот, тут, короче, тут вообще это новый тип геймплея, можно так сказать. Это модернизированное что-то между этим, при этом нового добавлено больше, чем взято предыдущих из этих других частей. Блять, вырубайся тут, сука, уже. Так, тут частей, вот. Короче, что тут добавили, чего странно, до этого никто не додумался. Почему-то. Ну просто вот делали, знаете, распаун техники тупо просто. Надо было, блядь, бежать, занимать его нахуй, сука, блядь. Это так тупо было всегда, сука, и никуда это не уходило, нахуй, это продолжалось. А тут сделали просто. Технику ты просто покупаешь при респауне, да? И не просто там заходишь в какой-то ебаный магазин, сука, как Counter-Strike, блядь, и, блядь, прям во время вечера ты покупаешь, блядь, прям вот на спане выбираешь, просто заспамиться, блядь, танком или вертолетом, или чем угодно, чем когда есть деньги. Причем дальше они пошли. Как будто бронежилеты тоже за деньги покупаются, как бонусы, да? Потому что нельзя давать всем нахуй бронежилеты солдатам, что они будут круче будут рыгать, а за бонусы, пожалуйста, сука, за те же самые, за которые ты мог купить танк, да? Потом там роботы, которые есть у всех, да? То есть базука как бы есть у всех солдат, любые бонусы можно поставить, но это все стоит денег, так сказать. А они очень сложно зарабатываются. То есть, что пиздец полный, вот. То есть, локации достаточно большие, это вам не ебаный Counter-Strike, сука. Хотя они ничего не разрушаются. Ну, это так тут качественно все сделано, что, блядь, даже этого и не замечаешь. Тут ничего не размещается, тут этого как бы не до этого. А врагов убивать очень приятно. И очень круто сделаны киллстрейки, так что пиздец, если во всех вот как бы ебаных этих играх колодутовских, сука, блять, эти киллстрейки, сука, это кемперы, кемперов плодит, нахуй, сука, ебаных дебилов, которые, сука, блять, сидят в углу, нахуй, сука, и все, блять, в очки шел, блять, шел, блять, щелкают, блять. То есть, то тут это реально решили, нахуй, как этим, так сказать, как это убрать все, нахуй, они сделали так, что чем больше ты убиваешь, на тебя охота объявляется, то есть показывается твое расположение примерное. То есть это просто пиздец. И надо тебя уничтожить, и другие игроки за это бонусы тоже получают. То есть это пиздец. То есть много не убиваешь, тут не убиваешь, да. А при этом-то как бы непонятно, откуда стреляют, собственно, если замаскировался, да. Потому что тут в отличие от, блядь, ёб Call of Duty на этой, блядь, Battlefield, что тут можно лечь, да, что очень круто, да, и при этом нет такого, что ты нахуй, блядь, ложишься и убиваешь 500 человек такой, блядь, сука, из-за унитазом сидя, блядь. Вот эти вот дроны, пиздец, просто нахуй. Пока им управляешь, тебя могут убить тоже, тут проблема, в отличие от техники, в которой ты сидишь. Сука, блядь, мразь, блядь, сука, надала, давайте возьмем робота, сука, нахуй, и поедем им. Блять, ну сука. Ладно. Вот, ну это противотанковый, я открыл противотанковый, да. Оружие очень много, оно все настоящее. И очень крутое, и всякие апгрейды, блять, ой, сука. Блять, только оно против пехоты хуево работает. Блять, это сука. Блять, сука, не стреляй мой мини-политанчик. Блять, сука. Он сейчас, блять, да пули ты, блять, стреляй, мразь, блять. Вот пиздец говно, да, да? Он одноразовый, что ли, нахуй, а? Блять. Вот. И, собственно, в него мне сейчас даже интереснее, чем Battlefield играть, потому что Battlefield все надоел. Если вам тоже надоело все это, сука, ебаная Call of Duty, но вот вы это играете, это круче, чем бы, то есть, можно сказать, самый крутой мультиплеер на сегодняшний день, так сказать, в шутерах.
Ну, может, просто потому, что надоело уже Battlefield'а. А так-то, может, он даже и хуже Battlefield'а. Все-таки. Блядь, ну, сука, охуел. Блядь, откуда ты, блядь? Взялся, сука, блядь. Вот пулемет рекомендую. Вообще 500 человек можно повалить из него. Блядь, с глушителем, пиздец. Ну, это я его поставил, да. Вот. То есть, такое разнообразие, что просто пиздец, да. И командор, типа есть командор, он виртуальный, его как бы нет, да, то есть автоматический компьютер командора управляет, он тебе объявляет награды, там, эти самые. Почему так интересно играть, что даже тебя не ебут эти задачи, что ты тут должен делать, да. Либо убиваешь врагов, либо захватываешь точки. То есть, блядь, это обдуленный, нахуй, сука, геймплей. Я вам скажу, нахуй. Причем графика даже пришлась сюда, кстати, она не выглядит такой убогой, как в синглплеере, да? То есть мультиплеерные карты, они более насыщены, чем ебаные синглплеерные, сука, тупейшее это говно. Как же, блядь, говно, добыча, блядь, это, блядь, хомфронт синглплеер, такое говно, блядь, тупое, сука, блядь. Ой, блядь, такое говно, блядь, ой, сука. Ой, блядь. Так, видите, у меня тут ранги повышаются, и все это, нахуй, уже там... Блять, ну система развития примерно как Call of Duty похожа, но сейчас она везде ее даже в PS2 добавили. Сука, блять. Хотя, ну, по-моему, блядь, даже Battlefield 2 впервые появился. Да, ну там она не такая была, сука, навороченная. Там 5 пушек, что ли, открыть только можно было. И, блять. И что-то там, что-то еще, нахуй. Так. Это вот после Call of Duty пошло, это все куча всего нахуячивать в игру, нахуй. Чтоб нахуй был смысл играть, чтобы... Так, сука, бля, вот, блядь, геймплей, сука, Modern Warfare этого Call of Duty полным говном считаю, сука, от него блевать охота, сука, блядь. Black Ops он еще хуже стал, блядь, такое говно, сука, это такая тупость, блядь. Это, блядь, это, блядь, задротская хуйня, блядь, сука, пиздец, она, блядь, это вынужден постоянно играть каждый день, по 5 часов в этот Modern Warfare, если ты не поиграешь неделю, нахуй вернешься, и у тебя, блядь, нахуй сразу упадет, нахуй, вся потенция, блядь, киллстриков, нахуй, сука, в 2 раза, потому что там все такие затроты, они, блядь, за это время еще больше затрачиваются, сука, такой пиздец, блядь, сука, блядь, еще там глючный, тормознутый, все, сука, пиздец. Блять, вы говно, блять, вы говно, блять, сука, ненавижу, блять, сука, мультиплеер, это, блять, Modern Warfare, сука, он еще из первой части меня бесил, сука, такая тупость, ебаная, блять. Блять, ты, сука. Блять. Хотя мне даже и Bad Company уже заебал, да? 2. Но это пока еще не заебал, да? Потому что, ну, блядь, ну круто, блядь, берешь такой, сука, и танк себе покупаешь. И они, блядь, не караулить, когда там респанится, сука, блядь, и вообще, когда его нихуя нету. У всех, блядь, в большинстве там подобных, сука, колобьюческих клонов, блядь. Блядь, вы, сука, видели, сука, совсем охуели, блядь. Шарики, блядь, сука. Чебурашки, блядь. Блядь, надо лары, сука, жрут, сука, блядь. И все, сука, ну, блядь, сука, долары, блядь, мои, блядь. Ну, блядь, это пиво, пиздец, видите, что написано? ЖД. Да. Заперлись, видите, заперлись. А шабнуть, братья, шабнуть, так, а давайте доллары, сука, мои, доллары, блядь, сука, давайте, блядь, это, сука, жаруйте, мои, сука, блядь, доллары, отдавай, сука, доллары, отдай доллары, а, кстати, давайте дырки посчитаем, так вот, смотрите, вот дырки, да, считаем тут, сколько будет дырок, блядь, пиздец, 10 дырок, лимит 15, пиздец, нахуй, блядь, вот стандартная лимитная приставка, 20 дырок, вот прикиньте, что Crysis 2, что, блядь, Killzone, блядь, 3, что угодно возьмите, и самое поразительное, что во всех, сука, блядь, PC-играх, даже отечественных, старых, блядь, 20-летней давности, 10, там даже бесконечные эти дырки практически, да, вы знаете, там бесконечные дырки везде, то есть, ну, 1000 дырок легко, там, Макс Пейн, не помню, там, сколько, 1000 дырок, или вообще бесконечные можно включить было в настройках. Все, блядь, ты даже, сука, блядь, блядь, самые древние игры, сука, нахуй. Блядь, ты даже на PlayStation 1-то, по-моему, не таких ограничений, дырок не было. А сейчас почему-то въебашут эти ограничительные дырки. Вот с какой хуй, то ли с какие дырки у них, сука, сверхдрявистые стали, да, сверхкачественные, блядь. Что, нахуй, пиздец, нахуй, уже не тянет никакие компы, нахуй. Кстати, дырки, посмотрите, какие хорошие. Вот это я бы дырку продырявил, да, вот не скажешь, что я ее продырявил, да, во всех играх, даже Crysis, там видно два... Что прям продырявленная дырка, прям, сука, ну типа, она, блядь, неестественная. А тут, блядь, смотрите, блядь, какие дырки, сука, посмотрите, чудесные, блядь.
Сука, бля, это лучшая игра, где дырки нахуй, я только видел. Это такая технология используется, посмотрите. Вот, знаете, вот не скажешь, да, что это из пулемета сейчас. Она, блядь, сливается вот с этими дырками. Это пиздец, как круто, блядь. Блядь, пиздец, блядь, сука. Блядь, какие дырки, блядь, обдуленные, сука. Ну тут, по-моему, ничего не простреливается, видите, ничего, ну неважно. Блядь, и на кирпичах они выглядят даже круто. Блядь, ну конечно, блядь, текстур. Блядь, сука, видали, она исчезает, какой... Блядь, ебать, блядь, сука, пиздец, блядь, сука. Ой, блядь. Сука, ну а ты тут и будешь исчезать, да? Давайте посмотрим. Давайте время зачем там, 8, 9, 10, 11, 12, блядь, 13. Что-то не исчезает, блядь. Сука, что-то не исчезает. А может от того, что стреляют, всего на уровне, да, лимит 20 дырок, да? То есть всех, кто там не выстрелит, да? И то есть, допустим, ей сейчас никто не... Блядь, исчезают! Блядь, причем исчезают, смотрите, какой заметил, что... Блядь, нет, я не понял. То ли они по времени, то ли от того, кто-то там дырок, сука, в дырке хуячит там. И тоже делает. Вот я не пойму, блядь. Да. Вот. Так, что тут еще есть? Да, мультиплеер тут бесплатно можно играть в онлайве, так сказать, по полчаса тебя выкидывают, тут снова заходишь, просто у тебя персонаж не развивается. Блять, так а знаете, почему это так происходит и всегда будет? Потому что онлайв он получает только 30% денег своих, сука, долларов, получает только с того, что продают игры. А все остальные бабки, они по-разному, сука, блять, пиздят. То есть, например, им вы платите деньги за то, что вы играете в эти игры, прикиньте. За, типа как бы, типа как рекламная платформа, типа на народ, сука, сюда, и, ну, блять, ну, блять, как будто ты в демоверсии, да, играешь, и за это они бабло получают, прикиньте, сука, пиздец, блять, а объебывают на доллары, сука, блять, а все небудь думают, вот, типа, нахуй, блять, типа, бесплатно, сука, типа, добро делают, а нихуя, блять, доллары, блять, сука, тоже рубят, нахуй, сука, прикиньте, блять, я... Блять, им платят, сука, блять, за каждую, сука, блять, минуту, да, секунду, кто поиграл, нахуй, в эти игры, блять, разработчик, блять. Еще и платят за блять, компы им, нахуй. За то, что они там, блять, все это, их, блять, пиарят, нахуй, игры, сука. Шабдуль, братья, бибаран. Блять, а пиздец, смотрите, сука, блять. Блять, ну это, блять, нахуй, конкретно, сука, блять. Сука, блядь, нет, это обдуленная, сука, игра. Блядь, это, блядь, а посмотрите, какие тут дырки. Тут тоже дырки, смотрите, они не выделяются, блядь. Посмотрите, прям не такая, как тут, блядь. Видите, сука, и то тоже обдуленная. А тут прям проминается, как будто он, блядь, изменили, прям, блядь. Головое качество, прям не скажешь, да, что это прям сейчас нахуячили этих дырок сюда. А тут что-то дырок не вижу. Нет, тут тоже есть. Ну, неважно. Хотя это, блядь, это не понял, какой-то это пластик или чё? Или хуйня это? Ой, ладно. Блядь, это сука, доллара, сука, отдавай, умрает, блядь. Айшабдуль, братья, Айшабдуль. Айшады, Айшабдуль. Так. Там, блядь, вот здесь, блядь, на стёклах даже не поленились делать вдалеке, когда там вообще туда зайти нельзя, да? Но все равно видно там оттуда что-то там. И главное, блядь, разбил, блядь, сука, пиздец, крутые нахуй. А сколько, блядь, видите, вот он лимит, весь дырок ебан, видите, сука, видите? Ведь дырки исчезают, сука, вот он, сука, блядь. Нахуй, блядь, так жить, блядь. Сука, пиздец, эти, блядь, они, блядь, ой, блядь. О, блядь, ну это, блядь, ну, блядь, нахуй, сука, ну. Давайте убьемся, сука, видите, блядь. Айшабдуль, братья, вступайте в Абдулуе, блядь. Ну все. Айшабдуль. Вступайте в Абдулуирование. Кто еще не вступил, мы будем делать. Нет, оп, танк, о, блядь, танк, блядь, танк. Вот он, сука, танк. Пиздец. Да, еще граната, и вот есть EMP-граната, которые могут вырубить танк на несколько секунд. То есть пиздец, там куча всего, нахуй, вооружения, блядь, базука, блядь, автоматов, пулеметов, блядь, сука, пиздец. Столько всего, блядь, EMP, нахуй, сука, пиздец, а в обычной... А, гранат тут дохуя, тут не одна граната, как Call of Duty, сука, блядь, тут, блядь, по 20 гранат носят, сука, блядь.
Пиздец, сука, блядь, Айшабдуль, братья, нету тут медиков никаких, ебаный тут не нужно, хуй, медики, сука, инженеры, нахуй, блядь, сука, нахуй, блядь, Айшабдуль, братья.